Утро вторника, конференц-зал. Руководители ключевых подразделений готовы отчитаться перед главой города о проделанной работе. Генеральный директор МУП ККП Вячеслав Седунков доложил о состоянии инженерных сетей. Продолжается подготовка к зиме инженерной инфраструктуры многоквартирных домов. Закончена ремонтная работа на сетях первого микрорайона. Сегодня будет подготовка к гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей третьего микрорайона, который состоится завтра. По сообщению начальника медсанчасти Алексея Азаренкова, было зарегистрировано 214 вызовов. В круглосуточный стационар поступило 102 человека. За помощью в поиске работы в центр занятости обратились 19 человек. 12 из них были трудоустроены. На текущий момент количество безработных составляет 115 человек. Комитет по городскому хозяйству пригласил десногорцев 14 сентября на территорию скалодрома принять участие во всемирном субботнике «Сделаем чище».